Привет, это Рибуар. Ну, с Трейфа вышел новый видосян, называется «Заказал грабителя ограбить меня в GTA Самп». Это просто гениальный мув. Не знаю зачем, но он гениальный. Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Обманщики, махинаторы, грабители. Хрена себе, он что, фильм там решил снять, что ли? Каждый месяц из-за них люди теряют 20 миллиардов игровых денег. А, ладно, игровых. Я ж думал, реально, блядь. Так. Вот столько. 277 тысяч. Ну, это уже, вот это уже, конечно, страшно. Вот это уже реальные деньги. Это уже, блин, опасненько. Так. На запрещенных сайтах есть такие объявления. Ограблю любого игрока. Так. 5000 рублей. У меня... Ограблю любого игрока, ты даешь мне 5000 рублей, я его ограбливаю на 2. Это гениально, по-моему, разве нет? Есть аккаунт. Топовый особняк, самолет и тачки. В каком? Тачки — это самое главное, да? Какой-то из них лежат цепи на 200 тысяч рублей. Это что, это подожди, это можно это, в тачки цепи положить? Это как так? Их можно украсть. Махинатор. Я втихаря сам на себя закажу грабителя. Но я не просто игрок. Его авторизовались как администратор. Ну еще бы, блядь, это было бы неинтересно, если бы он был просто игроком. Так, посмотрим, как его будут грабить. Знакомьтесь, это Кира. Днем... Кира. Она гонщица. Вечером тусуется в своем магазе. Это очень странно. Обычно наоборот происходит. Типа, днем она тусуется в магазе, а вечером она гонщица, нет? А это Олег. Еще вчера на хате у Барби он махался с Кеном. А сегодня его чуть не сожрали зомби. Когда Олег работал пожарным, он спас Киру из полыхающего дома. И в этот же день Я так понимаю, это реклама сервера или что? Бля, он ее в лоб целует. А все потому, что они перешли по второй ссылке с описания. Скачали родин. Давайте махнем немножко. Олег стал котом. Кто стал котом? Купила на эти деньги машину. А Олег стал котом. Хороший муж, слушай. Доброго времени суток. Осуществляем разные операции в отношении игроков. Обмануть, отомстить, ограбить, взломать аккаунт. Фига себе. Подставить под... Осуждаю! Почему? Все остальное не осуждаешь, а подставить под бан осуждаешь? Это что-то как-то немножечко странно. Выборочное осуждень. Так. Заказ, ну, поехали. Наш агент свяжется с вами в телеграм. Ну вот, в общем, быстро же он связался, слушай. А-а-а, приветик. Агент? Да. Оплачивать? Да. Roblox.com. Чего? Чего? Я где? Чего такое? Roblox. Roblox. View нажимай. View? Бай. Бай. Виу, блядь! Бай, виу, блядь! Приняли? Ага. И? Кто моя цель? А я думал, все пошло нахуй. Киролик качается. И удивился бы даже. Голден Ллойд. Подожди, это же... это же Ленинград. Его ненавидят все, даже админы. Так. Стреляет по всем подряд, читерит. Так. Ненавидит слово «так». Так. Пердак! У него 4 тачки. В какой-то из них в багажнике лежат цепи. Багажник может открывать только владелец. Так. Тебе нужно поймать момент, когда он откроет его и стырит для меня цепи. Не верю. Чем докажешь? Чем докажешь что? Блять, в смысле ты не веришь? Тебе деньги заплатили, иди, сука, работай. Цепи. Это он мне фоткал. Зачем? Но есть одна проблема. Слушай, изи, это что такое чувство, что он сейчас это все ограбит и себе заберет? Деньги и цепи. Какое? Он не говорит по-русски. Чё? Hello, Larry. Yeah, yo. Сука. Я помню, как Бармок играл с этой херней. Like today. Как я буду? Просто пишите мне. Буду переводчиком? Не, я лучше через Google переведу. Лучше мне! Я знаю. А лучше мне. С ним общаться. Он сейчас в игре! Заходите быстрее!
Где? Блин, какая дичь-то. На базе аренды. О, кто-то приехал. Пу-пу-пу. Куда сел? Go out! Go out! Ладно, ты сам напросился. Стоп, 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 стоп! Who you? Как сказать, я мирный. Так. Айбрик? Айбрик? Я кирпич. Какой брик, блядь? Почему именно брик? Я кирпич. Поняли, да? Я кирпич. Я кирпич. Айбрик! 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 What are you doing in my car? Что он сказал? Охуенно сфоткал, блядь. Что ты делаешь в моей машине? Что ты делаешь в моей машине? Че ответить? Айпуп. Я какаю. Фу, какая мерзость. Ты чё, блядь, прикалываешься, что ли? Зачем? Блядь, такая классная тачка. Он как... Фу! Ну теперь эта тачка обгаженная, она мне нахер не нужна, поэтому скидываем её в мэт вниз. Goodbye. Точно, goodbye. Home, sweet home. Она всё равно у него появилась? Какого фига? Это что, тачку можно взрывать, она всё равно возродится? Скейтбордист, блин. Hi. Крутые тачки как? Ugly cars. Уродливые. Машины. Вау, ugly cars. What? Я хочу. What? Такие же. I want you. Я хочу. У тебя. I want you. What? Мы покатаемся. Let's run naked. Давай бегать голым. Let's run naked. Не надо. Английский знаешь? Yes. Либо. Спросить. Yes. Либо. What you like? I like ballroom dancing. Больные танцы люблю. Больные? Блин, что? Чё, больные? Больные. Танцует и больно? Ой, какая жизнь. Бал ходит. What you like ещё? Бал. Бал. Яйца он любит, а не бал. Балабол. Пиздабол. Куда? Че ты там задумал? У него в тачке цепок на 30 лир. Охренен, он, конечно, деньги получил и еще сам работу свою не выполняет. Ну ты, конечно, мразь. Надо, чтобы он багажник открыл. Стырим побьем пополам. Договор. Я английский плохо знаю. Договор, погнали. Охренел. Hey. Hi. Hey. Hi. Скажи, мы хотим быть друзьями. We love you. Love you here. We love you. Что? Слишком долго говорили, пока-пока. Love you, friend. Oh, my friend's good. Open карман. Карман? Машина, мужик. Карман, не машине, карман. Багажник, идиот. You wanna see my car trunk? Юча? Yes. Окей? Сейчас откроют, прикинь! Да ну на! Налетайте! А там ничего нету, да? Чё у тебя? А, да? Скин. Блин, цыплёнок типа! Сука, охуенно. Я забыл, как его зовут. Но из этого, из кота в сапогах. Ты припопа! Ты угораешь? Ну, хоть что-то. Это вот! Где я? У меня подруга играет Маша. Ник Мэри... Marry? Yes. You wanna marry? Yes. Oh, let's go marry! Ты ему что сказал? Подруга моя Мэри Диппенс. Мэри. А, выйти замуж? Сука, хуй. Выйти замуж. Мы ща поженимся с тобой, дол... А он-то откуда это? Как он понял, блять? Он же не знает английский. Так. Hi, my friends wanna marry. I can marry for $5 million. Нифига себе. Great, let's go. Hello, guys. Что? Guys? Ой, ошиблась, guys. Скажи ему, мы не хотим жениться. Нет. Что? Нет. Он мне деньги заплатил. Нет. Хуя, они вылетели, куда это? Кольца покупать? Нет! They don't want buy rings! Окей, goodbye! Стоп! Good? Зачем это он решил пожениться? Итак, женатики, what about your mood? Чё?
Зачем она говорит с ними по-английски? Чё, чё? По настроению чё? Кошмар. I wanna поем. Ну, потом поешь! Потом поешь! Блять, с таким выражением! Жрать хочет! Без понятия. Предлагают вам торговлю. Зачем? Чипсы? Я не хочу жрать! Поем! Поем. Стихотворение? А зачем? Стихотворение. А, стих про любовь расскажи. Нет! Давай, давай. Я вообще не хотел сюда идти! Он ждет! Да пошел он на! Ангельский цветочек. Все-таки решил рассказать, да? Пирожочка, мы теперь семья, я люблю тебя. Какая мерзость. Приюльте! Она там стоит, блядь, Сузи. Приюльте, приюльте, приюльте. Капа король и мистер Твистер, теперь муж и жена. Поздравляю, мужики! Свадебное фото, селфи. Чё такие грустные-то? Действительно. А ты был бы веселым, если бы, блядь, вышел замуж за кого-то. Отойдём. Зачем? Надо. Wait here, okay? Yeah, okay. Опять что-то задумали, а? Короче. Поможешь? Пока. Пока. Ой! Это из багажника его Ламборджини. И чё? Пока. Пока. Телег... есть? Зачем? Фото кину. Какое? Которое ты ему кинул, походу. Какое же еще? Плохие слова, ой, какие плохие слова пишут. Что за плохие слова? Мне же интересно, ну кого? Это на миллиарды! Вот именно. Видели? Быстро как-то согласилась. Уже трое. Он ей, походу, эту фотку скинул. Ну да, в смысле, походу, блядь, это же так понятно. Ясно, ясен фиг, что все это постанова, но, блядь, ржака. Как успехи? Хорошо. Как он? Я надеюсь, вы один этим занимаетесь? Конечно. Балабу! Как вам машинка? Я ты еще думал, блин, деньги твои забрал. Как мальчишки? Нормально. Цвет нравится? Да. Такой же голубой, как и вы. Ты задолбал! Все, все, больше не буду. Окей. Блядь. Окей. Что вы задумали-то, а? Что это было, блин? О май гад, car is broken. Машина крякнулась. Почему крякнулась? А broken что по-другому пишется, что ли? Я не знаю просто. Damn, go to repair, please. Сходи за починкой. А чё я-то, блин? Самоводит через жопу, а я бегай чини. Ага. Набор для починки. 100 штук. А нахуй так много? Вы где? Уехали. Кинули его. Ау! Ау! Бросили меня. Ясно. И каким образом они собираются взламывать его тачки сейчас? Хрен их знает. В какой? Да откуда я знаю? Я пойду к блюду, я на улицу пойду. Это почему? Шаталочка. Шаталочка, блядь. Гениальная. Шаталочка. Взломаем. Как? В автосервисе? Миха! 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 Дай, дай, дай! Я малый механик? Павел! Чё? Да! Багажник взломать можешь? Зачем? Можешь? Зачем? А там вообще это что, возможно, что ли, блядь, взломать чей-то чужой багажник? Там чел цепи хранит. Миллиарды. Взломаешь? Механики не умеют. А чего просто задаешь? А ничего, нормально, общайся! Хорош! Не судьба. Стой! Чё? Менты ломанут. О, серьезно? Инфа. Работа. У них команда есть, откроют. В смысле? Че он ржёт? Сама кончила. Подставить типа их, чтобы их посадили, да? Винтовку едут! Они не могут взломать! Здравия желаю! Здравствуйте! Багажник вскроешь? Что, простите? Ой, зачем? Там цепи? Это не ваше авто. Телега, WhatsApp, Viber есть? Да. Давай, скрин скину. Да хватит его! А что, тебе жалко, что ли? Ну типа, камон! Распространять! То есть вы... просите меня взломать багажник чужой машины, которую вы угнали,
и похитить драгоценности. Я в деле, да? Да. Все-таки законопослушный, да? Посадил, хорош. Ой, идиоты. Ты прикинь, они поехали в ментовку. Погасли взламывать. Лощары. Время админских приколов. А ну-ка, каких? Блин, что? Они сейчас задание выполняют, чтобы из тюрьмы выйти. А я такой... Что за херня, блядь, внезапный танец? Чё? Чё? Танцую! Танцуй. Танцуй. Как выключить? Помогите! Мистер Твистер, одежду стирает. Побегай. На месте? Как, блядь, не танцевать? Такой этот, блядь, как будто бы... Ну, точнее, как он будет... Как он продает свои услуги, если он, сука, не знает вообще, как работает игра? Что за фигня? Выключить музыку? Что? А что, с мышкой нафиг он ее сломал? Это что? Мышка моя, я ее разъ... Ну ничего страшного, тебе дали 5 кусков. 5 кусков дали, новую купишь. О, Микушка! На. Алло! Алло, что за приколы? Пацаны, живая мусорка! Она сейчас нас всех сожрет! И такое бывает. Хуй, я, блядь, на весь экран. Пацаны, живой дом! Что за... Кто? Сука, что за херня? Я кто? Все дома! Восстание домов! Что творится, блядь? Привет, дом. Привет, дом. Ты тоже дом-дом? Я тоже дом-дом. Я тоже дом-дом. Дом-дом. Танцуешь, да? Я еще монитор сломал. Гений. Чего? Что с монитором? Минус Моник. Я минус Моник, чувак. Интересно, где он взял такой ролик? Не надо! И как вы теперь его ограбили? Кто-нибудь видел этот ролик на просторах интернета? С телефона, с тебя монитор. А нихуя себе, а я тут вообще при чем, блядь? А не пошел бы ты в жопу! Спустя час втираю. Слышь, а чё мы тупим? А? Отмычки есть? Да. Так давай сбежим. А, точно? А почему их забрали у них? Сейчас его позову. Стой! А? Он нам не нужен, он нас кинет. Ты хочешь, чтобы нас с тобой обманули? Вы чё? Может, хоть скажешь? Нам больше достанется. Переговорная. Ты же хочешь больше? Ну... Ты хочешь больше? Ребят. Вот манипуляторша. Да? Я мусор закончил. Кто со мной мясо жарить? Сейчас подойдем. Нет. Валим. Ну вы за что? Бедного чувака взяли, кинули. Ребят, вы где? Ребята, это вы? Катись отсюда! Ребят! Вы его так жалко. Прости, мне жаль. Ребят. А тебе-то что жаль, он тебя хотел ограбить, блядь. Кто это? Алло? Убери все из багажника. Уже везде хвых знает. Скрин везде. Охуеть. Удачи. Спасибо. Хорош. Жопа. Я надеюсь, скрин вы никому не показывали? Нет. Какой там написал еще, блядь? Да что надо? Куплинов? Отвалите! Багажник нашли. Ты тоже ищешь? Да. Я тоже. Багажник ищет? Чё за херня? Это на сервере, блядь, какое-то в канале теперь происходит, да? Отвалите! Со мной едет кто-то. 4 человека! Фига себе, блин. Каким образом они хотят открыть его в багажнике, если, блядь, открыть его может только он? Че, блядь, они могут им сделать? С другой стороны. Охуеть.
вообще охуенно. Куда он сел? Куда он? Просто выйди, да и все. Никого вроде нет. Как получить лям? Просто по первой ссылке качать. Сука, качай страйфмор. Какой тупой. Да вам-то что надо? Здравия желаю, лейтенант Карлов. Не волнуйтесь, обычная проверка документов. А чем у вас так пахнет? Чем? Говном, я обосрал. Тот, чуешь? Ах, они ж суки! Они тоже хотят его обокрасть, да? Да. Что-то перевозите? Нет. А почему пахнет? Нет. Откройте. Зачем? Нет. Законное требование сотрудника полиции. Досмотр на наличие запрещенных веществ. Пошел, ой! Не-не-не-не-не-не-не! У меня там цепь лежит. Я сейчас открою, и они свистнут. Откройте. Вы обязаны. Вам есть что скрывать? Там личные вещи. В тюрьму? Нет, спасибо, я поехал. Обнулил вашу лицензию на авто? Нифига себе. Они так могут делать? Здесь не могу. Я просто проверю, и поедете дальше. Да-да-да, верю я вам, пиздец верю, ага. После того, особенно, как мне весь сервер начал звонить каждую секунду. Или поедешь с нами. До свидос! Ты чё, все ку-ку? Это мои цепи, не ваши! Я до дома доплыл. Быстро же ты. Да вы ч... Да конечно, лазайте в моих машинах, да! Чё за хуйня? О. Hello? Hi. Where are you? I'm at home. Попался. В смысле попался? А, то что по-английски, по-русски написал? Короче, заправка 355. Ждём. Попался. Стрёмно. Блять, я как будто бы там какой-нибудь американец играл, да, на русском сервере. Ага, я верю, блядь. Это моя Камаро. Нет. А какого хера, как они это сделали? Нет! Как? Блять, ты же админ, ты же сам можешь у них забрать все это, нет? Нет! Как вы узнали, что они здесь? Чё ты менту багажник не открывал? Вы чё, сговорились? Всё, так, спокойно. Мы же люди, а не изверги. Действительно, блядь, ещё вы не люди, в каком месте? Ты нам символическую плату... Символическая, нихера себе, миллиард. 1 миллиард. Я верну всё в багажник, и мы не знакомы. Вот сука. На нахуй. Пожалуйста. Отойди. Дальше. В смысле, дальше ты охуела? Просто положи на место. Тебе повезло, мы добрые. Сомневаюсь, спасибо. Блядь. Спасибо? Мы вообще-то тебе шанс дали. Спасибо. За главной буквой. Во мрач! Спасибо! Чао! Заходи на своего бомжа и бань их нахуй всех. Пусто. Ну, я так и думал, в принципе. Так. Транспорт зарегистрирован на жителя Самирова. Это не та тачка! Это не моя машина. Не моя! Чё ты, блядь, радуешься, что ты миллиард перевёл? Я просрал миллиард. Да? Алло? Желтая Камара ваша? Моё? Микусакуру знаете? Да? Я ей ключи дал? Зачем? Понравили! Ай, дурак! Ой, б***. Абонент временно недоступен. Телефон включи. Делись. Естественно. 50 на 50. Переведу. Как? Банк. Миллиардик мой день. А чём была банк? Чё, вот так просто нельзя, что ли, отдать? Блядь, да? Сиди. Только умоляю, никуда не уходи. Не кидай меня. Нихера себе, блядь. Если ты сейчас уйдешь, у тебя же все деньги. Ок.
реально сейчас переведет? Ну-ка, ну-ка. Чего? Хитро! А что, по нику незаметно, да, что это? А жопа я! Чувачок, тебя кинули! Лох. Включаемся к игре. Почему? Меня с админки сняли. За что? Гай! В транспорте сработала сигнализация. Да вы задрали! А почему с админки сняли, это непонятно. Хватит трогать мое имущество. Это за мной? Это за мной? Это за мной. Где? Бам! Ух ты где? Спряталась, блядь. Закрывай, а то открой, Томми тебе спиздит. О, там люди, блядь, ты чё, блядь, сейчас спиздят? Забрал. А, не, хер было вставать. Я багажник не закрыл. Стоять! Да тебе-то чё надо, блядь? Да! Улетел. Мне только не на гору. Не можешь, да, доехать? Надо смотреть, закончить топливо. Да у тебя же есть на втором аккаунте, это, как его, админка, ну, ты чё? Куда намылился бы, стоять? Бензин же закончился, какого фига он едет? Аккуратно! Ты чё издеваешься? Ну! Давай! Ясно, пешком. Куда ты, дальнобойщик? Сюда! А второй-то где, блядь? На комара. А, вот ты попался. Тебе чё надо? Прости. Понятно. А нахуй она за ним ехала? Тебе миллиарда мало? Прости, я виновата. Это всё неправильно, да? А нахуй тогда стрелял, если, блядь, считаешь себя виноватой, ну? Так. Чего? Ни подруг в реале, ни хобби. Каждый день одно и то же. Я себя не чувствую. Поэтому я спиздил у тебя миллиард, чтобы почувствовать, блядь, его, да? В душе ничего нет. Гениально. Тьма. Пусто. Хуйма, блин. У тебя было такое? Нет. Бывало. Что делать мне? Ой, опять грустнишка, блин. Ну, чаще гуляй в парках, наслаждайся природой. Даже когда плохая погода, да? Начинай ходить в новые места. Тварь! Ну ты жопа! Хилимся! Сюда, скалолаз, сюда! Вот ты за ней бежишь, у меня всего миллиард, а цепи-то где? Куда комара-то уехала? Ты здесь. Я чую. Ты можешь стоять, что-то рано стояла, блядь, ты чё? Ну там кто-то стоял точно. Чё за какие-то, блядь, бессмертные, нахуй? Да стреляй, чё ты ждёшь? Комарало! Где ты? Пусто. И так было понятно, что будет пусто. Лошара! Где? Балди. Зал, покажи! Забрал! Уйди, пожалуйста. Просто покажи! Покажи, мне нужно знать! Пацаны! Мне нужно знать! Нет. Не успокоюсь я! Вот мразь! Пацаны! Покажи! У меня нету. Покажи! Пацаны! Да чё? Сколько стоит, хрень? Богатство досталось бомжу! Пиздец. Ролик, как обычно, гениальный у Стрейфа получился. Спасибо ему, настроение поднял мне на вечер. Надеюсь, я вам поднял его своей реакцией. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать в бенчике, все нарисую ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборд. Спасибо за просмотр. Пока!